И в начале выпуска о трагедии, которая произошла сегодня ранним утром в Энгельском районе. На 3-м километре автодороги Энгельс-Ровный водитель ВАЗ-2109 по предварительным данным превысил скоростной режим и, не справившись с управлением, съехал в кювет и столкнулся с деревом. В результате происшествия трое мужчин, находившихся в Ладе, погибли. Перевернувшуюся легковую машину около 7 утра обнаружили проезжающие по трассе водители. Они вызвали на место полицию и скорую помощь. Сейчас устанавливаются личности погибших.